Первым делом коммунальщики приводят в порядок главные дорожные магистрали. Вдоль проспекта Богдана Хмельницкого в обе стороны движения снег чистили большегрузные машины, оснащенные ковшами и подвесным оборудованием. Подъездные пути, бордюры и тротуары от снега очищали с помощью малой техники, вот таких мини-снегоуборщиков, а заездные карманы и дорожки лопатами и вениками. На борьбу со стихией вышли работники управления Белгорблагоустройства, сотрудники ТСЖ. Снег во дворах специалисты управляющих компаний убирали с помощью вот таких мини-блоков, а дворники, вооружившись лопатами, наводили порядок на своих территориях. Целую ночку не спали, к 6 вышли, но уже разгребли, справились со своими обязанностями. Ну а так, все как будто нормально. Такой рецидив погоды, по данным синоптиков, последний раз был зафиксирован 25 лет назад. В этот раз осадки сопровождались сильными порывами ветра. Скорость достигала больше 20 метров в секунду. Такой напор не выдержали десятки деревьев. Поваленные стволы в кратчайшие сроки распилили и утилизировали. Упало дерево, значит, скорее всего, это произошло ночью, когда был сильный ветер. Оперативно среагировали, в течение 20 минут мы распилили. Ну, теперь, естественно, это все утилизируется, погрузится на автомобиль и вывезется. Всего же на борьбе со снегом в городе задействовано 320 человек и 139 единиц техники, 48 из которых работают в круглосуточном режиме. Убирается проезжая часть, тротуары, остановочные павильоны. В уборке задействованы погрузчики, МТЗ-трактора со щеткой, пескачи, КАМАЗы-самосвалы. При сохранении существующих погодных условий в ночную смену будет задействовано 50 человек и 48 единиц техники. По данным синоптиков, такая погода в Белгороде сохранится и в ближайшие дни. А потому сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Быть внимательными при проезде пешеходных переходов, а также по возможности воздержаться от поездок на автомобиле тем, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю. Надежда Свиридова, Дмитрий Ремак, этому часу Белгород.